Привет! Всех приветствую на моем канале «Марафон здоровья и разговорный марафон». Хожу каждый день и свою ходьбу называю марафоном. Только пройдя 10 тысяч шагов, потом только включаю телефон и записываю видеоотчет. Вот, а сегодня что? Такой чудесный день был, солнце. Записывать видеоотчет, дождь. Это что значит? Это значит ничего страшного, это супер. Ну, промокну чуть-чуть. Сегодня 245-й день моих похождений. Моего марафона ходьбы, да? Да. Очки, да? Ну, только что солнце было. Но очки теперь мне служат от дождя и ветра. Да. Я уже говорила, что чем больше какое-то сопротивление, тем у меня больше желание выходить на ходьбу. Вот. А и настроение улучшается, да? Дождь, а я радуюсь. Ну... просто супер. И вот тут типа не было людей, не было, но дождь начался, все из леса на главную дорожку и бежать. Хотела рассказать об ИСОПе. Такая супер трава, я уже рассказывала, но думаю, что в следующий раз, потому что дождик. И нужно смотреть под ноги, здесь корни. Вот такие вот корни, чтобы не споткнуться. Я поняла, я что-то думала, что мины только в земле. Оказывается, я не выговорилась, да? Да нет, я сегодня наговорилась. Нужно отключать телефон, ставить в режим самолета, потому что звонки иногда мешают. У меня сегодня была какая-то пресс-конференция, а не ходьба. Но все равно. Вы смотрите. Какая бодрость. Вот зачем мне эти очки от дождя. Все, всем всего хорошего. Выходите на ходьбу, набирайтесь позитива и здоровья. Пока-пока.